Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я очень рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Ирина. И сегодня я хочу поделиться с вами своим последним новогодним подарком. Поэтому Дед Мороз в кадре на самом деле не случайно. Приехал этот подарочек ко мне уже на крещение. Я его как раз получила 19 января. И прислала его мне замечательный человечек, с которым мы познакомились и подружились на Ютубе. Это Татьяна Термилева. Танюшка меня просто балует замечательными посылками уже не в первый раз. Танюша, я тебе безумно благодарна. Мне очень приятно, что ты хочешь сделать мне приятное и доставить удовольствие своими посылками. Ну что ж, давайте вместе посмотрим, что Танюшка мне прислала. Первое, что я хочу вам показать, это вот такой гель для душа от компании Faberlic, линейка Оранжерия, Пион и Лилия. Он называется. В упаковке... Так, сколько здесь у нас получается? 200 миллилитров. У меня раньше был такой гель для душа, но я им не воспользовалась. Мне нужно было срочно сделать презент. Ну, как бы я его подарила. И тут мне Танюшка его присылает, конечно, с большим удовольствием. Я его уже использую на этот раз сама, это точно. Аромат цветочный, насыщенный, яркий. Пока еще не пользовалась. Как в душе раскроется, не знаю. Но потом, конечно, в пустых баночках с вами поделюсь. Танюш, конечно, я думаю, что ты смотришь, не удивляйся, что с крышкой. Дело в том, что ручки мои крючки. Открывала я упаковку послушать аромат и сломала крышечку. Ну, вот такая вот я аккуратная девочка. Была у меня помпа от... какого-то жидкого мыла от Faberlic, она вот прекрасно подошла к этому флакончику, так что теперь вот он у меня слегка видоизменен, упаковка. Но ничего страшного. Еще один гель для душа, смягчающий, приветливый пряник он называется. Это компания Organic Kitchen. Здесь 100 мл в упаковке. Органический мускатный орех, свежая корица и анис. Я думаю, что вот очень приятно будет на зиму пользоваться таким гелем для душа. Аромат еще пока не слушала, не открывала, но это абсолютная новинка для меня. Никогда прежде я такой продукцией не пользовалась. Танюша, спасибо тебе за предоставленную возможность, потому что у нас... ассортимент Organic Kitchen очень узкий. Узко в городе представлен и редко где можно купить. И еще одна баночка от Organic Kitchen. Это уже моделирующий крем для тела 90-60-90. О боже, как хочется такие стандарты. Со свежей арктической малиной и органической кладонией снежной. Так, здесь тоже 100 мл. Что здесь обещает нам этот скраб? Ой, простите, крем. Помогает сократить объемы талии и бедер, повышает упругость и эластичность кожи, тонизирует и увлажняет кожу, насыщая ее витаминами и органическими кислотами, которые предотвращают появление апельсиновой корки. Усиливает подкожную микроциркуляцию. В общем, моделирует контуры тела. Ну, конечно, понятно, что с одним кремом ничего не добьешься, но думаю, что если он будет хорошо увлажнять, смягчать и разглаживать кожу тела, этого будет вполне достаточно от него. Спасибо, Танюш. С большим удовольствием я попробую этот крем. Дальше. Таня мне прислала успокаивающий бальзам после депиляции от компании Эвилайн. Здесь в упаковке 125 мл. Значит, обещает мгновенные действия это средство. Должно придать коже шелковистую гладкость, успокоить и снять раздражение. Ну, так, увлажнять.
защищать кожу от старения, удерживать воду в клетках кожи, возвращать здоровый тон. Я никогда раньше не пользовалась средствами после депиляции ни от этой марки, ни от какой-либо другой. Будет для меня интересный опыт. Спасибо, Танюш, тебе огромное. Потому что иногда все-таки раздражения на коже после депиляции или бритья появляются. Так, еще что для тела. Вот такой ко мне приехал питательный крем для рук. Компания или марка Люр, если я правильно читаю. Устраняет сухость с маслом ши и пантенолом. Я думаю, должно быть хорошее это средство. Большой 90-миллилитровый флакончик. Кремы для рук у меня уходят на раз-два, потому что кожа на руках сохнет при малейшем соприкосновении с водой. Поэтому кремов для рук для меня много не бывает. Приехал ко мне от Танюшки вот такое увлажняющее мыло Palmolive с экстрактом оливы и увлажняющим молочком. Очень приятный свежий аромат. Вообще Palmolive очень достойная линейка мыла, гелей для душа, и с удовольствием буду им пользоваться. Зубная паста, комплексная защита полости рта Sunberry, 40 мл. Содержит экстракт календулы и японской сливы, который оказывает противовоспалительные действия. Осветляет эмаль она, расщепляет налет и способствует увлажнению слизистой и обладает заживляющим свойством. Да, у меня иногда бывают проблемки с деснами, поэтому я с большим удовольствием, Танюш, попробую эту пасту. Раньше никогда не видела такую у нас нигде в продаже. Тоже совершенно новый для меня продукт, очень интересно. Гелевая формула этой пасты. Давайте, наверное, откроем ее, понюхаем. Я думаю, ничего страшного не случится. Она зафольгирована, но сквозь фольгу слышится довольно-таки приятный аромат. Танюш, спасибо большое. Буду с удовольствием знакомиться и с этим средством. Приехал легкий увлажняющий дневной крем для лица от чистой линии для нормальной комбинированной кожи с алоэ вера и вытяжкой из цветков василька. 40 мл. Раньше тоже никогда не пробовала я такой крем, но он предназначен для моего типа кожи. Думаю, что ближе к лету начну им пользоваться и потом в пустых баночках поделюсь своим мнением с вами об этом продукте. Еще один крем для лица, интенсивный уход, крем для век, интенсивный уход, лифтинг и питание с маслом облепихи и настоем корня солодки. 100 рецептов красоты. Никогда раньше не пользовалась тоже этим средством. Будет очень интересно. Пока открывать не буду, потому что у меня крем для век есть. 20 мл упаковки. Я думаю, достаточно надолго его хватит. Ну, в общем, обещает он антивозрастной уход. Помогает уменьшить отечность и темные круги. Смягчает и успокаивает кожу. Уменьшение следов усталости. Укрепление защитного барьера и подтягивание кожи. Но, к счастью, как-то у меня темных кругов пока под глазами нет. И как бы припухлости под веками тоже нет. Но вот лифтинг эффект уже, конечно, не помешает, чтобы кожа вокруг век была увлажненной. Напитанная, тонизированная, уже нужно, конечно, после 30 тщательно следить за этим. Надеюсь, что этот кремчик будет мне хорошим помощником. Спасибо, Танюш. Прислала мне Таня маску для лица полная перезагрузка с экстрактами алоэ вера, морских водорослей, витаминами А, Е и гиалуроновой кислотой. Это тканевая масочка.
Я очень люблю тканевые маски. Танюшка об этом знает. И вот меня в очередной раз побаловала. Эта маска должна очищать и увлажнять кожу. Подтягивает овал лица. Заживляет микротрещинки. Сглаживает покраснения, неровности. Дает сияющий цвет лицу. Я уже пробовала одну из масочек из такой серии. Танюшка мне присылала в предыдущей посылке. И неплохие масочки. Осталась я довольна от их применения. Надеюсь, что и это мне тоже очень понравится. Кстати, они нашего российского производства. Довольно-таки удобные лекала у них. В общем, Танюша, спасибо тебе за такую очередную прелесть. Вот еще такая забавная мимишка. Салфетки влажные детские. Бомбалина. Ну, да, я та еще бомбалина. Такие тут очаровательные коты. Просто наипозитивнейшая упаковка. Конечно, я с удовольствием буду ими пользоваться. Спасибо, Танечка. Ой, вот еще моя большая радость. Танюша мне в прошлый раз присылала. Я говорила в своих пустых банках, что просто в восторге от этого средства. Мечтаю о полноразмерной версии. Это линейка La Roche-Posay Foclar Matte. Это, ну, как бы крем матирующий для проблемной кожи. Он мне просто идеально подошел. Вот Танюшка снова меня порадовала таким пробничком. Спасибо огромное. Вот прям я очень рада, что он ко мне приехал. И две новиночки еще мне Танюша прислала. Это уже марка Виши. Идеалия. Так, давайте посмотрим, что это такое. Это крем-сорбет для преображения качества кожи для комбинированной и жирной кожи. Придает здоровое сияние без жирного блеска, разглаживает текстуру кожи и делает ровный тон. Идеален как основа под макияж. С продукцией Виши я не знакома совершенно, ничего не пробовала, потому что, ну, как бы для меня это тоже дороговато. Но вот благодаря Танюшке с удовольствием протестирую вот это средство. Надеюсь, что оно мне понравится. И последнее, и самое интересное для меня во всей посылке. Я очень... Сейчас немножечко камеру подвину. Очень много слышала о продукции компании Meitan, но сама не знакома с этой продукцией. Вот Танюшка мне прислала биопластырь для стоп от этой компании. Курсовое применение этих пластырей помогает поддерживать уровень глюкозы в крови и снижает риск возникновения сахарного диабета. А также регулярное применение этого пластыря улучшает эластичность сосудов, уменьшает уровень холестерина в крови, предотвращает образование тромбов. Пластырь очищает организм от токсинов, тяжелых металлов и шлаков, нормализует обмен веществ и устраняет отеки нижних конечностей. Очень интересно для меня будет попробовать это средство. Конечно, понятно, что от одной упаковочки, наверное, особо какого-то эффекта не будет. Но, тем не менее, иметь представление, да, и если понравится, можно там заморочиться, где-то их поискать, заказать и так далее. Танюша, спасибо большое, что вот ты мне это прислала. Действительно, очень интересный для меня продукт. С удовольствием буду его пробовать. Ну, как, в принципе, и все остальное. Ну что ж, вот такой замечательный новогодний подарок у меня был от Танюшки Термилевой. Еще раз огромное спасибо. Если вы еще не знакомы с каналом Татьяны, заходите, смотрите. У нее очень уютный, такой по-домашнему теплый канал, где она рассказывает о своих впечатлениях, о косметических продуктах. Я думаю, что вам будет на нем так же уютно, комфортно и хорошо, как и мне. Ссылочку я оставлю внизу под видео.
Ну и спасибо, что вы посмотрели мой ролик до конца. До скорых встреч и всем пока!